88-й серии украинского сериала «Кольцо с рубином», посмотреть которую вы сможете уже в среду 16 мая, вы узнаете о том, как все герои запутались в своих проблемах. Аня договаривается с неким Олегом о документах. Яна принимает конкретные решения, чтобы все получилось. Денис расстроен и теперь не может себе найти место. Следователь по имени Олег Хилько предлагает Ане бежать. Она заказывает тем временем фальшивые документы и временно скрывается в доме Ольги, чтобы переждать некоторое время. Денис начинает подозревать, что сестры явно поменялись внешностями.